Ребят, всем привет. Насколько вы слышите, у меня хриплый голос. Да, я заболела. Тут грязно, что ли. Вот, сейчас открываю окно. Только что пришла от бабушки. Это просто трешняк. Время 18:57. Я ровно 2 минуты назад только пришла. Вот. Сейчас немного лицо охлану. Холодненькая водичка, руки помою. И все вам расскажу и покажу. Потому что у меня давно не выходит видео. А мне так и хочется вам все заснять, все показать, поэтому я нашла для вас время, чтобы вам все показать и рассказать. Так вот, сейчас я это делаю все вместе с вами. Вот. Блин, живот прям не могу. Вчера снимала у бабушки мукбанг. Вот. Надо его сейчас будет выложить. Не сейчас, а вечером. Вот. Короче, купила такую вот зубную пасту за 70 рублей. Она, конечно, детская. Для детей всех возрастов написано, с вишней. Настолько вкусная, когда чистишь зуб, прям все зашкаливает. Сейчас руки помою, попью. Ай-яй-яй-яй. Все разлила. Как хорошо. Я сейчас, скорее всего, одену купальник. Вот. И немного охлану. В бассейне, ну или хотя бы в летнем душе, потому что очень жарко. Вот. Мой младший братик спит. Вот. Вот они, котятушки. Вот этот котеночек отдается ему. Ему сегодня 26-е, вот, ему в четверг, 23-го числа, было 2 месяца, вот такой вот хороший, с хорошего помета, вот, взросленький котик, ну как, 2 месяца, еще не взросленький, ту девочку, которую кушать мы оставляем, еще берем одного мальчика, ой, ну короче, не знаю, мы еще пока что пол какой брать. Вот такой же кот у нас будет жить. Только не дома, а на улице. Вот. Для помета. Если будет девочка, то будет помет с барсиком. Если будет мальчик, то будет помет с мамой этих котят. Вот. А еще, насколько вы помните, что у нас там ничего не было. То есть мы там снесли, ну не снесли. А сейчас у нас уже произошла вот такая вот стройка. Пока что из пеноблоков. Вот такая вот верандушка у нас получилась. Сейчас вам немного покажу. Вот. Еще плюсом мы за неделю построили такую вот веранду. О, Барс пошел гулять. Барс, туда на улицу не ходи, на зада, на огород. Иди лучше вон туда. Ой, чуть не упала, господи. Из-за Барса. Так, пока что у нас там еще крыш нет. У нас как под навесом. Как был навес, так и остался. Тут вот такое вот окошко. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот тут я. Короче, как-то так. А вот это, кстати, Барсов друг. Вот Барс. А вот это Барсов друг. Мартин. Вот. То есть, получается, вот. Вот от этой стены мы начали строить так от пеноблоков. Веранда получится не совсем большая. Вот. Ну, то есть сейчас засунусь, ничего не вижу, из дома уже покажу. Веранда получится не совсем большая. Вот, то есть там еще будут деревянные полы. Вот, в принципе, вот такой навес просто пока что. Вот, потом, естественно, будет крыша. Вот. Полы будут деревянные. Будем все тут обделывать. Здесь у нас будет стенка, то есть тут будет деревянная дверь у нас, там у нас будет железная. Пока что мы эту железную дверь оставляем. Это которая закрывается в дом. Вот, обычная. Та наша старенькая. Тут еще пока что только рама от двери, но дверь будет деревянная. Вот, у меня аж язык заплетается. Давно что-то я не снимала видео. Аж до речи чуть не теряю. Вот, в общем, то есть будет тут деревянная дверь,
Вот. Что еще? Просто здесь заходим. Вот. Заходим, там вытираем ножки об ковер. То ковер будет, естественно, другой. Вот. Тут у нас будет стоять такая вот полочка. Я не знаю, где эта полочка сейчас, если честно. Ну, типа такая вот полочка. Ножки вытираем. Вот, вытираем вот ножки. Сюда ставим на полочку. Пока что они у нас так разбросаны. Вот сюда ставим на полочку. Тут у нас будет стоять такая, как стенка. Не знаю. Ну, типа... О, Барсик пришел. Вот, типа такая будет стоять стенка. Вот. Где-то будет зеркало. Там духи, там, не знаю, расческу, чтобы там перед выходом расчесаться. Вот. В общем, как-то вот так. Сейчас я на аватарку. Сейчас я пришла, чтобы на фотографию, на обложку. Все, идите, слушайте. Опа. Сейчас вам покажу немного эту девочку. Вот. Девочка у нас в два раза поменьше. Вот, мы ее оставляем тоже для помета с Барсом. Но этот помет совсем не скоро еще будет, потому что ей было 24 числа 2 месяца. 24 числа было 2 месяца. У меня Барс 2 месяца был намного крупнее, но просто персидские коты не так быстро растут, как Барс. У нас есть два вида вот этих семечек вечером будем грызть. Есть земляника с клубникой. Может, сейчас удилочку дам. Вот. Вот и вроде бы охлынула, а все равно. Кстати, сейчас вам покажу. Майка грязная. Это от пеноблоки держалась. Помните вот этот корм? Так что в итоге Барс его уже почти скушал. Плюс он еще его котята уже грызут. Сейчас я покажу. Завтра едем с мамой еще покупать. То есть осталось вот буквально денька на 2-3. Потому что в день он ест по 3 раза. Вот. Почему по 3? Потому что больше 3 раз он не ест. Вот. Лечусь таблетками. Пока что на первое время, на первую неделю 2 купила фрингосепт, если что, это не реклама. С лимоном буду пить. Вот. Брала Тимоши поводок со шлейкой. Сейчас уплотню на место. Он, в принципе, нам уже ни поводок, ни шлейка не нужна. Но мало ли так вот съездить к ветеринару или еще куда-то. Пусть будет. Беру зарядку. Ну, брала к бабушке зарядку. Брала бальзам для губ. Он у меня всегда лежит на столе. Ну, естественно, фарингосепт с его рецептом. Не могу, вообще ужасно. Прям вот ужасно кашляю. Кстати, сейчас могу вам показать. Купила, значит, я себе купальник. Сейчас возьму стул. Потому что не то, что я там не достаю, да, стул, не стул или еще что-то. Купила себе купальник на море. Вот такой красивый. Вот. Тут очень интересная защелочка. Вот такая. Оп. И все. Стоил 100... Он был по скидке 150 рублей. Трусы показывать не буду. Еще купила костюм, но он у меня получился как не костюм, вот, но это вы уж потом увидите. А
костюм я купила как в Расстрасе. Как в Расстрасе тайдай. Вот, то есть костюм в тайдайтовском. Там в тайдайтовском раскрашивании. Какой-то тут хохол. В такую жару я делаю просто вот такой вот хвостик. Вот. Короче. Еще у меня есть один купальник. Сейчас вам покажу. Этот купальник у меня с того года. Вот. Он еще 40-го размера, но сейчас у меня еще нормальный. Он просто такой маломерки. Такой вот купальник. Вот. Типа как Кока-Кола. Вот. Его я тоже беру на море. Только прикол в том, что от него я не знаю, где труселя. Да, поэтому вот так. Сейчас буду искать, пока есть время. Попью вот такой вот коктейль. Сейчас. Мне прям в жару очень сильно этот коктейль помогает. Вы смотрите, что они делают. Они сейчас всю миску съедят. Проголодались малыши. Так. У меня реально никак руки не доходят вам что-то поснимать. Я там снимаю, что получается не так. Там, короче, ну, запущенное все. Я реально очень сильно хочу пить. У нас есть два сока. Один сок есть такой вот клубника-банан. Мне он не нравится. Есть яблоко. Вот яблоко там почти ничего не осталось. Налила себе. Не знаю, как вам показать, чтобы не разлить. Налила себе. Очень вкусно. Вот. Есть морковка, а эта морковка тут лежит не просто так. Вон, видите, она спокойно заходит домой. Вот. Мама давала морковку улиточкам. Вот. Она тут всем клала. Вон там у больших, ой, у больших, скажешь. Ой, все, совсем уже чокнулась. Поняли, короче. Младшеньких и у старших. Вот, ну реально очень жарко. Вот. Хоппером сейчас в телефоне. Майк, снимай. У меня, короче, братик спал, и я очень сильно напугалась. Он как напугал меня, господи. Ой. Сейчас мы включим мультики. Я могу включить, я тоже. Уже можешь, да? Да, сам могу включать. Слушай, это просто классный включать. Да? Да. Эти хаги-ваги валяются по всему дому. Хаги-ваги. Их у нас два. И две киси-миси. Они просто валяются везде. Нет, чтобы валяться вот таким вот мишком, ну или каким-нибудь вот таким вот грязным пандочком, который Барс любит, эту пандочку. Нет! Надо этим гиси-миси валяться. Да, Сень? Чё, тебе мама поп-сокет покупала? Не мама, а мы, а Алина. А, Алина, да? Понятно. На зарядке. Ну ты на минутку отцепи. Сейчас отцеплю. Телевизор включить не могу. Все. Сейчас покажу поп-сокет этот. О,
Налепили, налепили. Чудо-юды. Что ты два-то налепил? Один бы сломался, второй налепил. Два-то зачем? А чё? Таз так уже никак. Да, это. Да. Зайка, бегаешь тут, да? Дома у нас есть вот такой вот мамба. Одна яблоко киви, другая ананас кокос. Третья тоже ананас кокос. Моя будет яблоко киви. Вот так. Еще раз покажу вам этого мальчика. Вот он, мальчик. Тамбовскую область рассказываю. Кто хочет, пишите в комментариях. Я вам дам свой номер телефона. Мы с вами спишемся, и вы этого мальчика заберете. Кушает все. В туалет ходит нормально. Все у него в порядке. Вот. То есть, мальчик очень хорошие, поэтому кто хочет, забирайте. В общем, как-то так. Всем пока. Он вас ждет.